два, три. Ух ты, мимо. Фу, мир всем. Мы к зиме потихонечку готовимся. Сегодня, по милости Божьей, нам вот овес привезли прямо из-под комбайна. Вот, местный фермер наш привез хорошенький. Это не овес, это ячмень. Значит, буквально немножко подкосил, он еще, ну, кое-где зелененький. Вот, мы на зиму будем потом еще больше покупать. А здесь сейчас вот посчитаем, потому что ничего не считали. Так вот мимо шел, захватил. Мерим ведерками, в мешочки и насыпаем. Ну, буду потом таскать туда. Вот, но есть один очень интересный момент, который я даже не ожидал. Мы, конечно, никому не расскажем. Дело в том, что фермер забыл почистить комбайн после предыдущей культуры, а это лен, он убирал лен. И что вы думаете? У меня ячмень со льном. Попались семена льна. Значит, сейчас это все переберем. Лен надавим, будет льняное масло. И будем зимой сидеть, на хлебушек поливать, с печеной картошечкой кушать. Вот так вот повезло-то нам как-то. Тут немножко, а льняное масло, оно очень полезно. Так что вот так вот. Ну, какие культуры мы еще заготавливаем на зиму? Пшеница обязательно, овса, не знаю, если будет, вот, наверное, его не будет. Может быть, горох еще. А ячмень — это прям центральное у нас зерно, так скажем. Мы его дробим и там, ну, добавляем туда-сюда, для свиней особенно. Поэтому завтра обещают большой дождь. Сейчас вот эту кучку привезли. Ну, здесь где-то, не знаю, тонны полторы, может быть. И нам надо сегодня все это убрать успеть. Потому что уже везде тучи ходят. Завтра будет точно некогда. Обещают большой дождь, и все это может намокнуть. Пока все это сухое, мы торопимся. Вот. Ну, все. Давайте, до новых встреч в видео. Будем работать дальше. Опа! Ну все, слава богу. Сейчас у меня есть контырек такой электронный. Я свешиваю ведерко и свешиваю. Опа. И свешиваю, сколько у меня в ведре получилось килограмм. Сейчас вот, например, ведерко у меня вешает. Ведерко даже килограмма нету. Оно 780 грамм. И не самый ячмень, но он тяжеленький. То ли что сырой, вот так я выравниваю. Так, сейчас. Здесь что-то оно немножко это... долго соображает. Хотя электронный он молодец, он прям, у него погрешность очень маленькая. Так, оп, сколько у нас в ведре получилось? 6 килограммов 190. Вот это я, получается, 780 вычту и получу вот эту всю кучку. Ну, я думаю, здесь, наверное, больше тонны будет, собственно, как и предполагалось, может быть, тонны полторы. Ну, все, на сегодня работа закончена, это дело очень хорошее. Теперь нам на какое-то время хватит зерна, будем дальше кормить. А то я уже немножко запереживал, когда зерно заканчивается.
крестьянин переживает. Вот так. Ну все, высыпаем и поехали. Оп. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.